Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре китайский заварочный чайник, прозрачный, стеклянный, но сделан из жаропрочного стекла, так что можно прямо в нем кипятить воду. И что мне вот особо в нем нравится, это такое широкое горлышко, то есть его удобно мыть, ну как бы у остальных прозрачных чайников это проблема, то есть они такое узкое место, там туда не залезешь, не пролезешь. После каждого заваривания это вот проблема. А с этим чайником таких проблем не будет, надеюсь. Значит, что касается цены, хочу сказать, 1749 рублей это не его настоящая цена. Я покупал этот чайник за 1000 рублей. Понятно, я за 1700 бы не стал его покупать. Объем 800 миллилитров. Тут как бы один вариант. Так вот, что касается цены. Ну, на AliExpress любят такие шуточки делать. Якобы такие фейковые скидки. Вот, значит, ну, на следующий день, я уверен, это не будет не 1700, а 1000 рублей, и значит это будет перечеркнуто и типа как такая скидочка. Так что, друзья, если будете брать, то за 1700 не берите, за 1000 можете взять. А, значит, что можно по этому чайнику сказать? Вот непосредственно фотография, то есть в нем можно кипятить воду на газу. Но это, так сказать, при острой нужде. Проблема как бы вот таких вот прозрачных чайников, что на нем моментально оседает накипь. И вскипятить это вы сможете. У меня даже есть видео, как я кипячу в стеклянном чайнике воду. Но потом придется вам, значит, это все отмывать. Так вот, для чего предназначен этот чайник? Вот, можно кипятить на газе, в микроволновке, электрическая плита, мыть в машине посудомоечной. Нельзя только, как это называется, индукционная плита. Индукционная плита его просто не увидит, потому что вот есть специальные виды чайников, тоже прозрачный. У меня есть такой чайник, может, попозже я сделаю обзор, специально для индукционных плит. У него прям донышко такое металлическое, и когда он ставится на индукционную плиту, как бы плита его видит. Но это для супер-пупер современных плит. Вот. Ну, во всем остальном сейчас я покажу распаковку этой посылки, ну и расскажу вам свои впечатления об этом чайнике. Итак, друзья, прибыла мне посылочка из Поднебесной. Здесь находится наш чайничек 800 миллилитров, жаропрочное стекло. Везде его можно использовать, хоть на газовой плите воду кипятить, хоть на электрической, только нельзя на индукционной, потому что индукционная плита его не обнаруживает. Нужно, чтобы металлическое донышко было у этого чайника. Ну, поскольку озвучиваю я уже обычно после распаковок, так что, собственно, никаких сюрпризов лично для меня здесь не будет. Чайник, уже пользуюсь им достаточно давно. Несколько моих последних обзоров, собственно, были сделаны с использованием этого чайника. Ну, собственно, мне не столько нужно было даже такое его качество, как жаропрочность, вот, сколько прозрачность, да, для того, чтобы демонстрировать цвет чая, да. И вот еще такая полезная функция, это широкое горлышко у этого чайника. Значит, ну, помимо того, что широкое горлышко удобно мыть, удобно чистить, да, после каждого заваривания, там заварка остается на этом чайнике,
Все это прозрачно, хорошо видно. Так вот, помимо того, что удобно чистить такой чайник, еще и как бы такой плюс обнаружил я в процессе использования, это то, что удобно с него сливать чай. То есть, вот, например, пуэр, его нужно несколько раз промыть, и достаточно быстро вот, из широкого горлышка это все получается. Вот, собственно, заваривается в нем отлично. Свои функции он выполняет. Так что, в общем, я лично покупкой доволен. Пока на плиту его ставить не собираюсь, потому как чистить его потом долго от накипи. Накипь, она везде образуется, в любом чайнике, но в прозрачном чайнике это вообще видно, конечно, сразу. Так что я в нем буду только заваривать. Вот. Ну и те, кто смотрит мой канал, я уже несколько последних видео как раз с этим чайничком и выпускал. Очень удобный. Понравилось мне вот это широкое горлышко. Особенно. Так что легко промывать в нем чай. Очень удобно разливать по стаканам широкого горлышка. Когда горлышко узкое, он как бы достаточно долго, что заварку сливаешь, что промываешь. Вот, а это искал специально с широким горлышком. Так что, друзья, чайник отличный. Вот, в принципе, во всем я доволен. Единственное, не покупайте этот чайник за 1700 рублей. Да, дождитесь, пока снизят цену до 1000 рублей. Вот. Ну, а в принципе, 1000 рублей своих денег он стоит. Вот. Ссылку я оставлю, где я покупал. Спасибо, что смотрите мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных обзоров. Всем пока!